Стоп, опасно. На территории обслуживания линейного отдела полиции на станции Луговая проведена разъяснительная работа жителям сел Коктума Токжаляу на тему экстренная остановка грузовых поездов. Цель – это предупредить, что экстренные остановки грузовых и пассажирских поездов не такие быстрые и могут иметь последствия. Кроме того, жители сел имеют привычку отправлять скот на улицу без присмотра. Особенно домашние животные сел Аспара-Таты ходят без присмотра, говорят специалисты. В свою очередь, они препятствуют движению поездов. В связи с этим жители предупредили о недопустимости выпаса домашних животных в районе железной дороги. В ходе разъяснительной работы мы также раздавали брошюры и памятки о той опасности, которая грозит при нахождении близ железной дороги. Кроме того, проводили работу в школах.